Ну вот смотрите, это как предложение. Я сегодня здесь долго ходил по Фрунзе, зная, что не совсем удобно, что сильно далеко ставить павильоны. Вот я предлагаю рассмотреть вопрос вот эту часть. Вот здесь в ряд поставить павильоны, здесь посмотреть по сетям, и в том числе и Кирова сюда перенести. Игорь Петрович, здесь вопрос. Дальше. 100-метровая зона от школы. И спиртное. Не все предприниматели из того ряда смогут перейти. Спиртное не продавать. Нельзя вам продавать 100-метровую зону. Табачная продукция. Значит, это место рассмотреть, да? Отодвинуть немножко. Вот по этому месту предложение такое. Город возьмет на себя затраты. Здесь тепловые камеры. Эту поросль мы уберем. Это поросль там тоже, если заглянуть вовнутрь, если кто-то из средств массовой информации, увидите, там тоже это злачное место. Так вот здесь мы поросль уберем, администрация, отсыпем временно парковку, чтобы можно было ставить транспорт. А здесь вот расположение павильона. Тут тротуаров нет, и дети там в школу по дороге. Смотрите, ходят, и, конечно, и тротуар здесь сделаем с этой стороны. Да, да, все. Вот я предложение такое даю. Слышите, да? Будут покупать, если при условии здесь порядок будет, не такой бардак, я вот, который есть. Я просто мимо шла, и, как говорится, я не предприниматель. Ну, вам надо было сразу тогда участвовать. У меня ничего нет. Я, например, сюда не приду. Вы не с 10-го дома? А? Вы не с 10-го? Нет, с 14-го улицы привокзальной, около вокзала живу. Ну, давайте. Такую красоту наделали. Вы спускались вниз? Там и трава, и грязь, и куча собак, штук 10. Да, мы будем. Зачем там делаете красоту, здесь наделаете, тут то же самое будет. Сейчас я вас немножко. Нет, сейчас я вас немножко. Здесь я покупать не буду. Пока я вас не понимаю, сейчас только. Давайте, если что, завтра приходите. Да. Тут так же денег вложится, а трава. Смотрите, а что вот эта трава? Вот там вы были, да, за павильоном? Вот вы сейчас. А это хорошо там вот? Бомжи находятся, нормально это? Это ужасно. Вот, поэтому мы и говорим, чтобы павильоны либо смотрели за собой вокруг тоже, либо они должны, значит, ну, другое свое вид деятельности пересматривать. Поэтому вот здесь вот я сегодня тоже ходил. Вы обратите внимание, кое-какие собаки лежат. Это ужасно. Вот, поэтому мы говорим о чем? Если цивилизованно сделать, мы город возьмем на себя, здесь хорошую просыпку сделаем, уберем поросль, здесь делаем парковку, и в этом месте рассмотреть установку тех павильонов, которые есть. Это пока вот такой вариант.